Здравствуйте, меня зовут Андрей Лебедев, и я функциональный архитектор компании Caderline. Я хочу пригласить вас на курс подготовки аналитика 1С. Для чего был разработан этот курс? Я скажу вам честно, в свое время, когда я только-только пришел в разработку 1С, у меня были определенные знания, связанные с учетом, у меня были знания программ, были сертификаты, и все равно я напоролся на проблему, на которую напарывались очень многие мои коллеги. Ты приходишь, ты очень много знаешь, но ты не знаешь, чего тебе делать. Поэтому я и разработал практический курс, направленный именно на то, что от аналитика требует тот же руководитель проекта в самые первые дни его работы. Что он должен сделать, какие действия он должен выполнить, какие вопросы задать, какие документы подготовить. Именно вот об этом мы и говорим на курсе, в том числе и готовим вот те самые документы, о которых я вам рассказывал. Наша задача сделать так, чтобы человек после успешного прохождения курса мог прийти к нам в компанию и начать работать. Ждем вас!